все, давай занимайся. Не будет ни одного старика, он на службу и попал. Как? Он военный? Не, не так. Ну, он служит благородию. Ну, это все служат. И знаете, то, что каждый человек играет в игру. Ой, а можно играть в жизни? Да, реально. Это все играют. С рождения. Значит, все молодцы. С момента зачатия, может быть, даже, да? Все, парни, поехали, делаем красиво, четко выполняем. Я что не делал? Арсений, со мной делай. Давай подготовительные просто. Давай сделай хотя бы 10 подъемов. Я ворота сделаю, а значит, Арсений, Дима, задача, чтобы Арсений сейчас сделал Артем. А тебе задача, чтобы Дима сделал и Саша сделал. Подъем переворотом. Все, поехали. Покажи. 10 раз. Для Димана и Арсения 100%. Подъемки для Сантиеса. Подъем с переворотом. Я хочу. Это ты сделаешь. Смотрите, я уберу. Арсений, 10 раз, Саш, 10 подъемов с переворотом. Подряд. Давай, с высоты тяни, тяни, тяни. Ноги. Физика, парни, ноги затягивай. Да. Я же сделал. Делай, молодец. 10 раз подряд надо. Так, я сделал. Давай, дерзай. Еще разок. Перевернулся еще разок, конечно. Еще раз. 10 раз подряд, парни, поехали. Арсюх. 10 подъемов с переворотом. Тогда, Дим, помогай Арсению и Саше. Прям подряд не могу, но... Ну, хотя бы через Артема в четвертый раз. Они сделали, да. Помогай, Дим, помогай Арсению и Саше. Давай. Сантей и Арсений, 10 подъемов с переворотом. Вы помните, это считается за элемент. Да, ты делай, давай. Это считается за элемент. Ты делай. Ну, 20-ка, есть к чему стремиться, да. А тем более, если потеть идет, можно себя раскрутить, раскрутить и прямо... А я только делаю. С маленького? Давай с маленького попробуем. Только не толкайся. Не делай прыжок. Просто ножки подними и все. Молодец. Давай тяни, тяни. Надо голову вниз, а ноги наверх. Голову вниз. Ну, а теперь без рывка делай. А теперь ноги вниз опусти. Ноги вниз надо. Носочки тянись к полу. Давай. Даже с рывком они сами не нормально. Вот смотри, Арсений. Давай. Если я подбуду, все. Зачем? Аккуратно, Арсений. Саша, пусть он сделает 10 раз подряд. Арсений, сделай на маленьком 10 раз подряд, пожалуйста. Вот это? Да, на этом сделай, пожалуйста, подряд. Только ручки не отпускай. И вот так. 6, на второй 7. А кто-нибудь сможет сделать подъем с переворотом на одной руке? Нет. Почему? Нет. Потому что никто подтягивает. Я пробовал. Ты пробовал? Да. Хорошо, полторы руки. Цепляйся, вот так, да. Ну-ка. От полторы до одной там делов подъем с переворотом. Да. Конечно, это тоже в связку можно внести. Это тоже будет как элемент. Оп, давай! Дим, да на маленьком попробуй сначала. Это, парни, зря вы игнорируете такие вещи, которые очень трудно. Давай, видишь, красавчик. Еще и выход на одну руку сейчас прям бах! Зашел. Смотри, сколько много элементов надо придумать, которые вы уже знаете, просто вы забыли. Давай, Артем, тебе. Да, вот. Топорик на 8. Саша, подъем с переворотом. Арсений, подъем с переворотом. Нет, подожди. На майку не будете. Вы из простых вещей можете научиться так, что другие это будут делать не очень ловко. А вы должны научиться делать это все ловко и красиво. Это с трех рук. 720. Данил, попробуй, пожалуйста, сделать элементы, которые ты уже связку пропустил. Я сейчас скажу, что умеешь 100% делать. Потом что-нибудь добавлять. Но сейчас первый раз пропусти, как ты умеешь сделать 100%. Я говорю, я вот так вот не делаю, рука. На полторы минуты ты знаешь, как это связка. Элемент я бывает затупил. А ты его исключи пока. Делай 100%, как это должно быть безупречно, прям чтобы все посмотрели. Ну, может быть, на 30 секунд, ладно, на полторы минуты, на 30 секунд. Сделай такой простой, для разогрева. Арсений доску хочет. Сейчас, плечи вывернут. Да, аккуратно вывернут. Ладошку забывайте, ладошку можно ударить. Можно ладошку ударить. Саш, дополняй ладонь. Ладонь. Лоб. Бам. Да. Только как лодочку ее возьми. Там как будто ты воду наливаешь в ладонь. Пытаешься удержать. Вот. Да, да.
И Арсений, ручку надо не очень прямую, а надо, чтобы она вот так сгибалась, потому что прямая рука может вывернуться. Да. Давай, левый, правый. Бум-бум. Бум-бум. А каким квадратом надо делать? Даниил, а вот этот перехват называется? Сейчас просто в обычный пустить. Я так умею даже. Обычный. Все, я понял. Из дальнего какого-нибудь там в обычный перестал. Так нужно не вот так, вот это вот. Нужно не вот так, а вот так вот. Да. Ты как хотел? Все это так просто было? Да. Парни, я же Николай Алексеевич позвонил. Ну что, фамилии скажете, что ли? Какие фамилии? Ну, на соревнования едем, Диман. Какие фамилии? Дима Состоятель. Дима Состоятель едет? А что это за меня считается? Ну а что, братан, ты не поддержишь, что ли? Поехали. Поехали, хорош переживать, парни. Два часа всего? Я поеду. Два часа всего, приедем на машине. Все. Я там всем чайку возьму, посидим, чайку посмотрим, мы с Сергеем Сергеевичем выступим. Захотите сделать, захотите нет, хорош. Просто фамилия, надо там пропускной режим, потому что без фамилии не запустим. Я, скорее всего, а завтра можно сказать? Завтра можно, да. Скорее Николай Алексеевич. Сейчас, приветствую. Сейчас, смотри, хотел назвать фамилии, кто, ребят, поедет, но еще и на завтра тогда придется звонить тебе. Че, Арсений? Арсений, че ты хотел сказать? Все, ладно, забыл. Сейчас, погоди, все, занимайтесь. А что это было? Так, смотри. У тебя ручка, листочек под рукой? Я не понял. Либо давай, найди, перезвонишь мне. Ух ты. Я сейчас перезвоню. А я тебе скажу, сколько по сумме, по деньгам. Первый раз. Все, есть, да, ручка? Икс. Так, сейчас, секунду. Нет. Как это называется? Когда вот так сидишь, так и делаешь назад. Назад? Раз. Смотрим. Ты умеешь его? Я делал, но просто страховка. Давайте, блин, вот я сейчас... С 15-го 2, 2, плюс 2, плюс 500. Блин, да, ну честно. Все, ноябрь. А, плюс 500. Как завет бы не делали, тем просто быстрее. Плюс 250. Раскачки. Ноябрь кончился. Танки с раскачки, это иголочка. А вот это вот завет бы не... Это я тебе общую, да, сейчас зачеркну? Теперь декабрь. Ты берешь... Тысяча. А как? Две. Снизу. Часть вот. Это... И резко группируешься. И когда ты начинаешь, короче... Две, тысяча. Ты должен его... Это декабрь. На него либо сесть, либо прилететь. Если добавить, то ты прилетишь. Я это делал, я могу прилететь. Я не могу схватиться. Сколько? А, ну вообще класс. Ну, видимо, тяжко я видел. Еще у нас у ребят кого-то один остался, еще должны, ну и сегодня или завтра там еще до нескольких парней. Поэтому там может быть несколько занятий, ну с вами за это Андрей позвонит. Я понимаю. Сложнее будет вот для прилета. Но это с учетом, смотри, что это сколько там, когда меня не пускали, как раз эти вот такие моменты. Потому что Артем мы закончили, получается, общение, когда он сказал. Когда это случилось, все, да? На 200-м занятии нас там повезло. Руками вот так делать. Поэтому сейчас я просто давай надо сразу уже делать. Уже чтобы я 100% знаю, что он ничего не обидится. Все, нет, в любом случае, если что-то разговор, то я надеюсь, он грамотно. Хорошо, я не знаю, где значит финансово. Все, чтобы у нас стрельнуть, что я сталкиваюсь с кем иметь дело. Я бетон. Телец. Я не успел схватить, трубку зато. Ну ты гром получил. Нет.
Просто видишь, что в течение вот целого года с Артемом провело, и поэтому, чтобы показалось, и не... А у меня, конечно, вообще... Это же... Проблема, да? А это... Вот, это просто нормально. Я так... Ты смотри по фамилии. Я на Брусика отжимаюсь, у меня... Это уже нормально у меня, потому что у человека кость была забита. Я кормлю саму по себе. Я сколько раз хочу сесть, столько надо выпустить. Так, на час 720 меня будет сказали. Что можно сделать? Руки попробовать включить. Если я кручусь ногами, пробовать еще локтями. Он сказал, больше крутка будет. Рыков Юрий Алексеевич. Надо сначала попробовать обычный вопрос. Потом Мариненко Данил Андреевич сообщил. Да, Данил, я могу тебе показать. Вот я с Николаем Алексеевичем потом как закончится. Он тебе сказал, что он завтра получит, да, чтобы прийти помочь. Все, Мариненко Данил, да, я просто сообщил тебе. Вот он тоже как соревнование, он даже заявленный по интернету. Просто сообщаю. Вот сейчас пока ждем, пока не знаю, пока еще не вечер, все не потому что мне еще разрешают. Он начинается завтра в течение дня, потому что мы сейчас заказы. Подарки на новом говорили, как вот это все делается. То есть он по факту узнает с утра ему. Наверное, там распорядок приходит. Но еще завтра, смотри, Данила Коннов придет завтра, взрослый. Помнишь такого? Коннов Данил Алексеевич. Бегун. Коннов Данил Алексеевич. Бегун. Чтобы трезвость. Он придет помогать, кстати, зря. Он хорошо помогает. Я буду соревнованием. Нет, сейчас. Тима Беларусь. Это же хорошо же, да? Данил, скажи, Павел Николаевич, завтра придешь на помощь? Да, приду. Николай Алексеевич придет в 5 часов, пока Артем ответ поставил, найдет хозяйку. Салон сказал ему 7 часов. 5 часов так, 17. Также записывали Яшина, Сергей Геннадьевич. Да, Сергей Сергеевич Максименко. Влад, скажи, пожалуйста, он как? Он Владян. Все, Николай, если что-то появляется, я тебе сообщаю. Ты шпеха, ты шпеха. Да, да, нет, у меня такой шпеха. Не так это же не знаю. Спроси, ребята, они тебе в контакте. Миша шпеха. Прям, ну реально, он как, ну, матер, почему он не может всякие штукенции говорить. Все, доброго вечера всем. Чего, Данил, связку получил? Лес. А где вот эти? Да. С первого раза. Кто? Я даже добавлял. Закрутки от штанги. Брусья? Закрутки. А, вертушки? Да. Здесь. А зачем они тебе нужны? Да нет, просто. Да нет? Ну, они здесь, да, просто не трогай. Лишний раз аккуратнее. А то вдруг кто-то а как... Этот завалится. Ой. Что, я возьму попить? Сейчас же я перекрутка делаю. Подъем с перерывом получилось сделать? Арсений, подъем с перерывом получилось сделать? Один раз. Ты музыку, да, включаешь пока? Смотри, теперь задача для тебя, Арсений, Дима, Владян и Артем, может быть. Вот здесь.
Ну, будем такие, ну, я их называю всегда инвалидские подтягивания для отжиманий, когда с помощью. Вот, и другие названия, на самом деле, это подтягивания, упрощенные с упором ног. А, да, австралийские. На ПТО делают? Ну, да, упрощенные. А почему австралийские? Ну, я не знаю, как называется. Нет. Мы австралийцы? Нет. Смотри, надо понимать, какая штука. Ножки выставляем, чуть-чуть колени делаем, но можно выпрямить. Не надо. Видите, какая? Я ноги чуть-чуть приподнимаю, и они у меня 140. Раскальзывают. 140 на дальше. Вот ногами не вот так. А вот, чтобы ножки. Да, у вас. Крутиться могу. Надо уходить тяжело. Хотя бы десяточку раз. Тяните к живо. Я делал 540 и больше. Потому что я ногами. Вы подписчик будете брать его актерши или. Я получается делал вот так. Там человек нога вылетает, и по мелочи поговорить, что сжирает. А он сейчас очень нервный. Не, может, починили, сейчас проверю. Представляешь, может быть. Я рискну. Двушечку закину. Двушку? Двушечку закину. Проблема. Артем, объедини, пожалуйста, элемент. Например, подъем с переворотом. Удержание на одной руке, допустим, такое есть. Это удобно. Это, наверное, надо подъем с переворотом брать на узкий хват сразу. Допустим, на правый. Опа, установлю на левый. Таким хватом. Стоечку. Крокодильчик таким хватом. Но он таким хватом не очень получается, да. Суставы не сгибаются. Там легче будет. Ну, через подъем с переворотом хотя бы стойку на одной руке на друг, и на двух. Попробуйте, парень. Пробуйте, придумайте, что получается. Диман, ты увидел, как Саша? Да нет, у меня рука просто сейчас. Попробуй давай. И пусть Владян попрыгнет, он же ждал очередь. А, все, попрыгнул. Давай, выход на руки. И попробуй на одной руке. Рука должна быть вот здесь. Да, иначе здесь выводить будет. Вот здесь. Либо тело переводи, либо руку сначала выставляй. Да. Давай, фиксация. Ну-ка. Могешь? Братиш, могешь? Надо пробовать. А с виду всегда, да, всякое вот парни, что там происходит? Саша, следующий. Что я? Сантин, хорош. Я еле-еле обычно делаю с скачком. Скачком? С рывком. С дурачком. С рывком самую сильную. Вадян, пробуй. Мне еще и без рывка. Попробуйте подъем с переворотом сделать, когда ручки вместе. Руки ближе сведи. Да, и вот так вот делаю. То есть не придется менять положение рук потом. Пробуй. Ноги закидывай, тяжело. Давай. Молодец. Крутишь, что делаешь? Держи, терпи. Давай, вытяжку. Давай, Владян. Давай. Оп, есть контакт, молодец. Блин, кстати, нормальная тема сейчас получится. Данил тоже для тебя, для Игна. Ну-ка, давай, получается. А, я вспомнил. Арсений, Диман, следующая задача, Саша. Живо, смотри. Парни придумали. Артем с Владом придумали новое действие. Вот такое. Сто раз придумано уже было. Смотри, что делаем. Давай сейчас попробуем на другой руке. Сейчас делаем подъем с переворотом. И руки, и предплечье на брус. Сейчас получится. Сейчас мы сделаем. Сделал? Так,
бы, допустим, раз. Потом отсюда бы выйти. Ручку, контроль. Ну, Саш, что ты хотел? Потом контроль левый. Оп-оп-оп-оп. Далеко. Слышь, это все равно? Нет. И вот типа на правый, на левый, да, если получится еще, видите, за ободок схватиться, за столбик. Все, я пойду попить, пойду сделай. Че, Дань, дерзай. Кого? Всего, что хочешь. Я думаю, пока СС придумал. Артем, вы нормально же или нет? А как сделать, держать? Ну, просто стойку на руках, да, хотя бы? Удержание. Не, не то, что у меня слабовато это. Саша. Ну, Саша. Смотри. Надо крепить. Санди, не балуйся. Круги. Не балуйся. А где ты стоишь? Давай еще раз. Артем. Арсений, Дима, помоги Арсению, пожалуйста, доделать. Арсений, что помочь? Подъем с переворотом, Арсений. Давай, делай связку сейчас. Подъем с переворотом, фиксация руками, ножкой закрепляющей топорик. Топорик на 180, и потом со стол. Давай, подъем с переворотом. Можешь? Давай, попробуй. Дима, помогай. Дима, давай. Ты не против, давай, должен сам стараться. Давай, поехали. Ты ему чуть-чуть не подстраховывай. Чуть-чуть. Молодец. Раз. Фиксация на руках. Натяжение прям красиво. О, у вас ножки вместе. Я про это говорил. Ножки вместе, да. Так я зацепился один раз. Теперь. Самое главное, у меня руки просто сами соскочили. Спокойно, переворачивайся вперед и не отпускай. Так обидно было. Я раз его сделал, я просто соскочил. Сам. Подойди. Теперь на 180 такой. Саш, ты стой. Ну, я обычно туда уже. Я 300 делал. Я попробуй опять пойдем с переворотом из этого. Вообще круто было. Нет. К ним приписывать сразу скачку. Без раскачки у меня максимум. А вот сейчас тренируйся. Вот сейчас. Я просто вот мне разрешили дома записывать, что я подтягиваюсь. Я там максимум. Нет, я сказал то, дома? Что ты должен домашний, ты можешь тренироваться. Записывать не имеет смысла. Нет, ты можешь записывать, но это не имеет смысла. Там максимум раз 50. В счет идет то, что вы здесь делаете. В счет идет то, что вы здесь. Ну сколько сейчас ты подтянешься? Ну, сколько раз? Да. Максимум раз 100. Раз 100? Максимум. Ну, давай сейчас раз 10 сделаешь без раскачки. Да. Ну и пусть. Ну и пусть. Это гибкость, это у детворы. Арсений, только не пугай нас никого, братан. Не пугай нас, страшно. Тихо. Хорош. Тебе надо в фантастическом кино. Смотри, что он творит своими локтями, Данил. Он аж переворачивает локоть в какую-то нереальную сторону нести. Хорош, не пугай. Так наоборот, их сломать так легче. Они же вот так вот, он упадет и просто... Ну, я надеюсь, никто не упадет, но физиология такая странная штука, что есть люди, кто свою гибкость разминает так, что они вытягиваются. Да, если из суставной сумки не вылетит, он не сломается. Конечно, если там долбануться или как-нибудь всякое, может быть... А если вообще вот так, то мог внутри... Ну да. Да. Это потому что он еще маленький, у него тело не сформировалось. Гибкость. Потому что у Миши и у Арсения, они... Все правильно. 10, все правильно. Но мы должны тоже стремиться, чтобы тело было гибкое. Все правильно. Но это сейчас уже тяжелее. А тем более, если тело ломалось много раз, вместе перелома оно становится сильнее, но оно становится менее гибкое. То есть тело скукоживается. Саш, подъем с переворотом обязательно включай. Арсений, да? Я надо сделать подъем с переворотом. Дим, тебе тоже надо делать чистый подъем с переворотом, пожалуйста. Вот сейчас давай, Владян, следи за, или Данил, тоже следите, пожалуйста, Арсений, Дима и Саша, чтобы сделали чистые. Я умею. Умеешь? Ну и делай 10 раз, делай.
Пойдем с переворотом, фиксация. Давай. Теперь зафиксируйся. Верхнее натяжение. Так, тебе на одной ручке попробуй зафиксируйся. Вот эту связку надо сделать. Нет, нет, не завалиться, не полет, нет. А стойку на одной руке, фиксацию, да. Руку, да, на живот, к животу. Не заваливай, не-не-не-не-не. Ну практически, ладно, надо зафиксироваться. Парни, пробуйте. Только смотри, сильно не делай. Растянешь сразу. А зачем мне это надо? Видите, растягивается. Разнохваты какие-нибудь были. Ну, обычно это чешки или чем-то еще. Либо итальянские обороты. Пустите! Ой! Пустите! Я вот так, короче. Я такое... Ой, блин. Я даже не ее надо. Я просто когда сейчас хотел, я увидел турник, по-моему, был тут перед глазом. Уйди! Потому что я помню, я думаю, когда ты нас обычно потом идет по старой традиции, но не делать уже не будет. Дай мне музыку, пожалуйста. Я хочу отмахку супер делать. Я на старом турнике делаю. Да, на плечо вообще. Что ты фигня? Почему? Потому что я встал в стойку. Я когда не путь. Чтобы руки не скользили. Когда ты делаешь связку моментом, да, понимаю. Ты можешь сорваться. Если вы сыграете на красивые... Это будет три золота. Я когда-нибудь... Смотри, где ты занимаешься. Если здесь, то здесь нормально. Оно занимается блокнотом. Так что там не окончилось. Да, да. У нас пацан сплетел также вот такую вот пластину. Получается, он делал склепку в отмах на солнышко, без ляпки. Солнышко заходил в обратную вот эти... Да, обратно, нет. Потом не успел перебрать руки, он прям конецом шарахнулся именно в бетон. У него кровь пошла, он синяк, очки разбил и дал уже. В очках? Да, в очках. В каких? Солнечных ходили? Нет. Там вообще пипец. Я улетал, ломал. Лучевую кость уже. Выходил, короче, ее отправляли. Короче, я слетел с оборотов вот таких. Не успел перехватить. Ой, плечо. Два раза плечо. А еще у нас скоро будет плечо. Потом что я? Шею я падал, втыкался в гейнер. Гейнер там докручивал шары. Перекручивал гейнер, у нас маленькая рассказчик. Потом что мы еще делали? Вот так, ну не такой вот прям, вот такой. Разные, не знаю, Михаил, что мы делали. Последний. Не, у нее он. Что мы делали? А, этот. Не, вот моего папы колонки ты никогда не прыгал. Туда 1100 вложил. Чешские обороты мы делали. Посмотри, ну, вас угол. Так они... Чешские с импульсом. Не вас угол, на четкое звучание. Не вас угол, посмотри. Вас угол. Я перелет Качева делал 1908. Просто в ютубе загуглить вас угол. И ты поймешь, сколько они туда вложили. В принципе, с сабвуферами. Как мы с вами?
Мы только делали ткача на 180, то я его перелетел, не успел схватиться и тоже на спину. А что он? У нас нет мат. С улиц. Нет. Все, вот все, что мы приносили, на свеждение этого не было. Их разрезали, просто напитили и... Даже один пацан рассказывал тоже, там был ключик. Даже ты понял. И сказал, что он взял его не дал. Да, прыгали, которые ничего не видят. Вот это. Вот это. Отсюда можно в 360. Возможно, только там другая проблема. Отмах. Отмах у меня в стойку идет. Я могу в стойку сделать, но у меня плечи не входят. То есть я когда прогинаюсь, тогда уже. У меня плечи срывают. Вот это боюсь. Когда с маленькой раскачет, у меня проходят плечи. Когда с большой начинаю делать, если они сами не проходят, их удаляют. Блин, скользко. Магнезий зима. Да, магнезий. Будешь хвататься за турнир. Ну, у тебя будет мозоль срываться. Ты у тебя как камень попал. Уже магнезий. Уже нормально. Они у меня такие слабенькие. Залезь в твою дом сиди. Два с половиной года. А я ни разу не приходил. У меня тоже ни разу. Интересно, куда я улечу сейчас? А что ты хочешь? Бланш. Вот сюда. Что, давай? О, у меня обычно мой рекорд, это я вот тут. А ты не делаешь? На эти вот. А что, чем дальше ты еще будешь? Куда он обратно? Дай маску. Да нет, отойди по-братски. Чем дальше отлетишь, тем круче? Нет. Это не круче. Ну, а смысл тогда рекорд? Ну, а смысл тогда рекорд? Я отошел. Чтобы мне в гейнер зайти. Я... Ой, вот примерно на каком расстоянии делаю, теперь мне надо учиться вверх. Делаешь планш, и потом резко бьешь. Двуха. А что ты начал? Зачем? И пошел. Ну, я тебе рассказывал. Это капец. Я тут расстрел. Такой звук. Ну вот что я боялся, но все. Блин! Вот почему я стараюсь подальше от него. У меня сейчас гейнер в тупик зашел, потому что я не могу его сделать, а рядом с другом приехать. Я тебя ногами бьюсь в нем. Да, а я вообще его не могу сделать. Не страшно. Ну он офисе вообще. Я понимаю, что мне просто страшно. Даже не знаю, как ты его поручил. Я понял, как это делается. Через меня прыгай. Типа вот так вот, да? Прыгай. Не хочу лица.
Меня загадали. Сейчас смотрим. Я его прилетел. Что это? Я сделал спорт. Еще лучше.